Усечка, ты снова пришла ко мне, моя девочка любимая, моя кошечка золотая. Ой, ты прям такая низнюсечка. Нет? Я ее сейчас вычесала, закапала ей глазоньки, почистила ушечки. Надо идти отдавать деньги. Вот. Вот этим закапывала глазки. Видите, альбуцит. Не знаю, видно или нет. Давай, снимай, Люся. Люсь, снимай. Альбуцид. А перекисью ушечки ей это чистила. Вот палочками. И причесала ее расчесочкой и накормила. Сейчас надо бежать, что-то не резко снимает. Привет, мои любимые. Все, переодеваюсь и иду. Позвонила хозяйке квартиры. Надо ей отдать сегодня какое? Второе уже число. А у нас в договоре написано 31-го. Платим. Надо было вчера хотя бы отдать. Но... Все просто происходит. Как получается, так и получается. Слава Богу. Да-да. Чё ты пришла, Хурита? Я ухожу. Нечего тут хвостом махать. Я ухожу. Надеваю сандалики. И ухожу. А ты дома? Ждать. Зачем игрушечку погрызла? Смотри, как погрызла. Зачем игрушечку погрызла? Так. Сандалики. Одеваю. И ухожу. Пусечка, не скучай. Не скучай, солнышко, я сейчас приду. Ладно? Пока, Хурита. Пока ты дома. Ты дома. Сколько там времени, да хоть глянуть. Да. Уже второй час. Потом приду, буду кабачки жарить. Есть молодой чеснок. Петрушечку. И это. Лучок. И огурчики. Еще ничего не ела уже пол второго. Пойдемте, мои любимые. Отдадим. Уже под подъезд. Приличный был весь такой обшарпанный. Можно я буду рядом. Они даже тут все покрасили. Видите? И эти двери. И тут все с этой стороны. Все такое чистенькое. Вообще класс. Даже повод открасили. А наша коровка все еще тут. Привет, мои любимые. Не стала завязывать резиночку. Так, пойду. Прекрасного воскресенья всем. Пойдемте. Отдадим денежки. Отдадим 14 тысяч. 12 за свет и 12 за квартиру. Ну, в смысле, 2 за свет. И 12 за квартиру. Получилось в этом месяце 14. Иногда получается больше. Один раз мы вообще 18 отдали. Перышко. На счастье. Листочек. Я в шортиках. Как говорится. Так что ты шорты носишь в Новгороде? Я говорю, ну не знаю, без шортов как-то не так комфортно. Она говорит, ясно. Зачем, я спрашиваю, знаю тебя уже 12 лет.
Обалдеть, как пахнет, моя любимая. Это что-то просто супер. Да-да-да-да. Везде эти прекрасные цветочки. Везде. Знаете, что я себя поймала на мысли? Вот я наблюдаю себя. И я уже, когда рассказываю свою историю, мне вот подруга спросила, не Юлька, другая, как у меня отщемили моих деток. Вот, и я ей рассказываю вот историю с того момента, как я сидела, кормила Катечку грудью, и в 3 часа ночи пришел мой бывший и сказал мне: давай, выходи с мужиком, с каким-то пришел. Я сказала: нет, никуда не пойду, это дом, квартира моих деток. Он говорит: а, да? Забирай тогда своих деток нахер и вали отсюда, или сейчас буду их убивать. И он то ли был обколотый, то ли обнюханный, я не знаю, правда. И он подошел, так Сусу выкинул с кровати. Сусу спал 3 часа ночи. Ребенку было 7 лет. Вот. И я наблюдаю, что когда я рассказываю эту историю сейчас уже, у меня вообще нет, как раньше, никакой обиды, никакой агрессии. И мне, понимаете, не хочется никому отомстить, не хочется никому ничего желать там плохого или какого-то. Вообще такого нет. У меня просто идет какое-то спокойное повествование. Нет ни обиды, ни злости. Вот честно, честно, честно. Я говорю сейчас от чистого сердца. Все так как предписано, что ли, божественным планом, или как, не знаю даже, как это все сказать. Ну вот такое я отметила. Раньше, когда я рассказывала, я вся вовлекалась и сразу же там оказывалась, вот именно в то время, в те моменты, в те проживания. Сейчас я тоже оказываюсь точно так же. Смотрите, какое сердце. Сердце красавицы. Вот, точно так же. Но нет вовлечения. А сейчас как просто наблюдение за теми временами. И все. Нет эмоционального всплеска. Я помню, когда я рассказывала эту свою жизненную историю Маринке Артюх, которая сейчас живет, своей подруге детства, которая сейчас живет в Ирландии, из Мариуполя, которая там сидела в подвале. Вот. Я помню, когда в Москве я ей рассказывала эту историю, я вообще не могла успокоиться. И я плакала, и у меня было возмущение, и переживание, и расстройство, и что угодно. А сейчас вот, когда рассказываю, как вижу все это осознанно, и кроме благодарности, что этот сценарий проигрывался так красиво и так реально, что любой Оскар провалится, понимаете, в этом сценарии. И Мухаммедом, и его родителями,
и его братьями, и всеми проигрывалось очень талантливо и по-живому. Вот так вот. Привет, красавица. А мне то желтый цвет нравился, я просто курила. Сейчас мне нравится зеленый. Не знаю почему. Вот нравится зеленый. Хотя не перестал нравиться желтый и не перестал нравиться сиреневый и фиолетовый и все цвета разные. Но вот сейчас какое-то предпочтение зеленому пошло. Зеленый цвет. Привет. Как классно на улице, да? Сегодня только свеженько, с ветерком-то хорошо. Угу. Прошу. Там еще, по-моему, 29 копеек, Юленька. Ты тогда на тот месяц перекидывай. Да, хорошо. Всего доброго. Да, все хорошо. Спасибо, что подождала денек. Еще 29 копеек я должна. Но у меня, правда, мелочи нету, мои любимые. Ни копейки, у меня было 30 рублей, по-моему, я отдала Юльке, она ходила, водичку принесла артезианскую. Какие облака, боже. Лида, как классно. Там. Опять перышко, опять на счастье. Вон, мои любимые, перышко на счастье. А там лепота. Не знаю, если снимает вообще оно хоть что-то. Потому что я послала сообщение Соломону голосовые в WhatsApp. Вот. Ну, говорила там Аллах Ирхама, Царство Небесное, бабушке твоей, не расстраивайся, сыночка. Каждый миг, слава Богу, за все, что бы ни было. Вот. И много сообщений ему послала. А потом смотрю, зашла, а там нету. И Леночке послала голосовые. В WhatsApp, они тоже исчезли. А как так, я не знаю. Я видела, что они отправились. И они реально исчезли. Очень странно, что творится с моим телефоном. Непонятное что-то. Вот так вот. Ну что, он вырубается у меня. И ни с того, ни с сего может вообще выключиться не только видео, но и он сам. Тринг и просто выключается. Не знаю, что это такое с ним. Может, его как-то там надо отнести в мастерскую почистить. А может быть корова. Ну, тоже хороша. Что это такое? Не пойму, что это за огурец такой вырос. Смотрите, мои любимые. Вы видите, на вот этих вот петушках вырос какой-то огурец или кабачок, или что это. Первый раз такое вижу. Если Ниночка или кто-то знает, что это, скажите мне. Мне очень интересно. Он такой твердый, как камень. А там нет таких, ну, вот эти маленькие какие-то, а этот огроменный. Странно. А эти тоже скоро пооткрываются. Вот это начинает. Уже начинают открываться. Фу, денежки отдала. Аж полегчало. Вот, правда, не это. У меня еще какие-то, видно, непроработки. Некомфортно себя чувствую, когда кому-то что-то должна. Хотя, как говорил мой брат, я кому должен, прощаю. Вот так вот. Вон там мотылек сидит, видите? На цветочке. Ты мой ночной мотылек, летаешь. Где ждет тебя твой огонек? Не знаешь.
Я стою тут под окнами. У людей окно открыто. Я стою, пою. И чё? Пусть благодарят. У меня девочка спросила, по-моему, Татьяна, про наушники, про мои эти. И я ей написала, как они называются. И сказала, что они верой и правдой мне служат уже, наверное, около года. Позвоню, скажу как. И их на голове вот практически не чувствуешь. У меня были другие наушники студийные. Тут слух, этот звук не хуже, вот правда. Они реально как студийные. Все, и басы, и эти. И я написала название, и что они с активным очищением вот шумов. Еще что-то. Снова под окном стало ору. Вот, беспроводные. И очень-очень классные. И самое большее, что меня в них обрадовало на тот момент, когда я не работала, и когда у меня вообще не было денег. Вон там целая стайка полетела птиц. Я их на Авито купила абсолютно новые за 250 рублей. Не шучу. Вот. И реально уже они у меня год. Никогда не было никаких сбоев или там чего-то. Вот не могу я себя показываю. А тут такая красотища. О, хочется бесконечно на это смотреть. Сколько я там не снимала уже? По-моему, много. Солнышко, люблю вас, мои хорошие, всем божественного воскресного дня и солнышко в душе. Очень-очень-очень люблю вас. Спасибо, что вы есть. Да-да-да, как тут красиво. Смотрите, какая машинка детская. Видно, с площадки притащили. И тут все, смотрите, какое зелененькое. Какие облачка. Солнце такое теплое. Нежное. Как будто везде так ватки покидали. Кусочками так порвали. Так трынь-трынь-трынь-трынь-трынь. Что тут за художник все это кидал? Люблю вас.